Ребята, всем привет, короче, извините меня, пожалуйста, за то, что я не был на канале уже ровно месяц. Короче, у меня были куча проблем. Но ладно, это ничего, давайте мы начнем новый ролик. Ребята, наверное, вы все помните прекрасно, что я выпускал ролик уже вот этот месяц назад, вот этот ролик то есть на 100 подписчиков. Я спрашивал, почему же много дизов. Ну, конечно, все поняли, т.д. и т.п. И, короче, появилась куча комментов, и которые... Сегодня именно в этом выпуске хочу почитать их. Ну, а чё? Мне, конечно, неплохо почитать их, но... Ну, так, давайте почитаем комменты. И первый у нас комментарий, начнем. Научиться снимать как нормальные блогеры? Ты серьезно требуешь от чего-то многого от моего канала, на которого всего лишь 100 подписчиков? Ты требуешь такой, ну, чтобы я снимал нормальные видео, но, чувак, я еще... Не такой чувак, который еще там такой, вау, все разбирается, могу снимать что-то там. Короче, мне же 100 подписчиков, мне же там не 100 тысяч, что мы такие, надо требовать что-то от меня новое. Я сейчас такой себе, так что, следующий коммент. Окей, чувак мне поставил лайк, спасибо, стоп. Что-то здесь не так. Мне кажется, что этот комментарий врет. Я не знаю, что-то в нем нечистое. И я надо позвонить своему лучшему экстрасенсу. Так, алло. Добрый день. Сегодня у нас, по вызову, конечно же, вы понимаете, что у нас сегодня случилась трагедия. То есть сегодня был написан очень жесткий комментарий, который вроде бы врет или нет. Мы сегодня позвали самых лучших экстрасенсов, чтобы проверить это. Правильный комментарий они пишут или нет. Первый наш экстрасенс Джулия. Здравствуйте, ребята. Я экстрасенс Джулия. И сегодня я пришла, конечно, по вызову, чтобы проверить этот комментарий. Для начала вы покажите мне этот комментарий. А сейчас мы проверим, правда этот ли этот комментарий или нет. Ответ очень прост, друзья. Этот комментарий врет. Не верьте этими комментариями. Дело раскрыто. Экстрасенсы рулят. Когда Диме 8561, не надо врать. Ну, а мы продолжим. Почитаем уже следующий комментарий. Ну, окей, чувак. Я почитал твой коммент, значит... Давай на него отвечать. Давайте начнем с этого. То есть тебе не нравятся мои ролики, если я на них критикую. Критикую именно людей. Именно если хочешь... Вот ты пишешь, что надо, если мне хочется, чтобы у меня было больше лайков, надо мне же... Ну как сказать же... Надо просто делать нормальный контент. А что мне делать? Критиковать. И это все. Но тебе, но вам не нравится критика, и из-за этого просто вам не нравится критика, и диз можно получить. Да-да, бывает там, короче, хайпы, короче, вот дизы записываю, так что вроде бы все. Ну ладно, я, конечно, этот одобрю комментарий, и одобрю, и пишите, что мне снимать. Там, короче, два комментария он написал, и там же написано вроде бы так, что, короче, тоже ему не нравится тоже, что я критикую. Да, понятно, но напишите, что мне снимать. А, точно, там же у него были написано, что влоги и т.д. Но у меня тоже времени это снимать нету. У меня, короче, знаете, как это назову я? Очередной высер. Ну ладно, мы продолжим. Короче, вы почитали комментарии, и очень все интересные, но я говорил, что... Окей, давайте вызовемся, короче, и напишите в хейтеры комментарии такие, что вы, я такой твой хейтер, я покажу, что мой контент лучше. И окей, и один хейтер такой написал, и вот комментарий. Ну что ж, чувак, мы поговорим с тобой, значит так. И сейчас я использую вот такой стиль, только, пожалуйста, не кидайте меня потом за ше. Вот. И...
Всем привет, ребята! С вами Никита Лоу, и сегодня вы смотрите запретный выпуск злого школьника. Ну что ж, а мы начинаем. У нас, короче, попался один чувак на канал, и сегодня мы его обзаривать будем. Там, конечно, очень мало роликов, и мы сегодня мы его же заценим. Окей, ребята, погнали! Чувак, ты серьезно? Чё это было за хрень тупая? Ты чё вообще, чё ли? Чё ты танцуешь? Ты же не снимайся в каком-то там, блин, порно. Ты вообще чё ли? Вообще? А ну-ка давайте дальше. Чувак, у меня вопрос к тебе. Чё ты танцуешь как обезьяна? У меня вопросы. А ты должен мне ответы казать. Почему? И ты вообще, блин, ты чё в порно снимаешься, что ты так танцуешь, вообще двигаешь телом? Ты чё, даун, чё ли? Ладно, смотрим дальше. Что это было за херня? Я задаю вопрос вам. Что это был за высер? Это был просто говно. Дальше смотрим. Roll your hips, I just wanna see if you can handle it. I need front, back, side to side. Take it down low, pick it back up high. Okay, work, work, work it out. Make that thing go north to south. Throw it back, back, just like that. Wait, stop. Now make a clap. Зачем надо было смотреть на то, что как вот этот чувак просто переодевается? Зачем надо было это делать? Зачем? Так, мне эти видео уже надоели. Давайте смотреть дальше. Короче, мы все видосы его пересмотрим. Ну да, у него пару видосов, так что мы их все пересмотрим. Чувак, что это только что было? Это была полная фигня. Что, ты тронул его ногой? Что, гей, что ли ты? Окей, мы будем смотреть его видео дальше. Ты чё, вообще чё ли дебил, чё ли? Уроки надо, блядь, учить, а не слушать музыку на уроках. Музыка тебе ничем не поможет в жизни. Учиться надо, понятно? Давай дальше. Что ж, это было все его видео, и сейчас осталось его последнее видео, и он назвал это вроде бы мясо, но, короче, мы сейчас заценим этот видос, это его последний видос. Я перезагрузил себя, новый кайф, новый день, чтоб показать, как живем последний год, суки, косяк и бухло. А ну стой, чувак, подожди, а ну-ка вруби эту музыку еще раз, только на моем фоне. Я перезагрузил себя. Новый кайф, новый день, чтоб показать, как живем последний год, суки, косяк. А теперь вот этот высер. Я перезагрузил себя. Да ладно, 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 да ладно. Теперь вот это мнение видео. Ты чё, вообще чё ли? Окей, там была нога. Ты чё, вообще чё ли? Чё там махать ногой? Ты чё, вообще чё ли? Ладно. Конечно, тебя лишь всего лишь спасает эта музыка. И, ну, как этого и зайца зовут? А, его зовут Бакс Банни. Короче, тебя лишь только две вещи тебе спасло, что последнее видео тебе... еще третья вещь. Не надо было снимать... Да, чувак, не надо было снимать этот зашквар. Хорошо, что ты написал это, но не надо было снимать этот зашквар. И перезагрузил себя. Блин, ну Ивангая взял, 100%. Ивангай ты взял. Ну что ж, чувак. Я посмотрел все твои вайны, и сейчас я хочу поставить оценочку твоему каналу. -228 и -666. Вот тебе оценка твоему каналу. То есть, что твой полный высер, это выкладывается в инстаграмы, а не в ютубе. Потому что в ютубе мы все сосрем. Потому что с вами был Никита Лол. Ну что ж, ребята, всем пока.
Так, а ну-ка стой, чувак, только попробуй зараз это выложить, зэше. Убью, сука, понятно? Ух, ну что ж, ребята, я вот что хочу сказать в заключение этого видео. То, что я показал себя в стиле Никиты Лова, это то, что другое. Но не выкидывайте зэше, только поняли. Ну ладно, я честно обзаривал, посмотрел комментарий, обзаривал один канал. Я вообще думал, что никто не кинет эту ссылку, никто не кинет ссылки на свой канал, но... Один умудрился, и я посмотрел его, и вынес в своем же стиле, ну не в стиле ЖКС-ки, а в стиле Никиты Лола. Ну что ж, ребята, блин, ну этот ролик уже подходит к концу, блин, ну почему так уже долго? Блин, ну ладно, все, ребята, завершаем на этом. Короче, если вам понравилось это видео юмористическое, кстати, если бы вот попал комментарий из хейтера вашей, например, или вот того чувака, которого мы обзаривали, то не воспринимайте все всерьез. А если вам понравилось, то, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, Twitch, YouTube. Короче, у меня уже Facebook скоро появится, Snapchat, короче, скоро пока, они пока что в ссылках недоступны, но я потом, короче, создам их, там переделаю, и, короче, будут доступны. Потом еще подписывайтесь на ВК, группа ВК, Instagram, Twitter, так что все ссылки в описании, чувак, не забывай. И, кстати, с вами был всегда ваш Дима. Ну что ж, ребята, всем пока. When we drink, we do.